Ретро-плакаты и фотозоны на тему ЗОЖ, мотивационные листовки и пень, чтобы забить на вредные привычки. В Международный день без табака специалисты Центра гигиены организовали акцию «Место проведения ЖД-вокзал. Зона, свободная от курения». Прямо в фойе медики снимают кардиограмму и берут анализ крови. А визажисты наглядно демонстрируют, как выглядит женщина с никотиновой зависимостью. Каждый третий – это мужчина, каждая седьмая – это женщина. И если, скажем, 40% мужчин, они говорят, они вот признаются, что они ежедневно выкуривают пачку и более в день, то большинство женщин говорят, что они просто курят от случая к случаю. По оценкам ВОЗ, курение занимает второе место в списке причин преждевременной смерти. Сердечно-сосудистые, заболевания дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, онкология. Ежегодно от болезней, связанных с пагубной привычкой, погибает около 5 миллионов человек. В Беларуси более 15 тысяч. Курение – социальная проблема. Ее наглядно демонстрировал и антитабачный патруль. Присоединились к масштабной акции сотрудники третьей поликлиники. Медики вместе с учащимися колледжа имени Ларина провели зарядку для всех. Получасовой флешмоб под открытым небом на сердечно-олимпийском ландшафте. И все ради главного – отказа от вредной привычки. Приобщить как бы нашу молодежь к элементарным способам укрепления здоровья и за счет физической активности отказаться от того же курения и не начинать его никогда. Как признали специалисты, физические нагрузки по утрам – это не только заряд бодрости, но и обязательный пункт в списке дел на каждый день. Кровообращение головного мозга, всех органов и тканей, соответственно, и работоспособность организма увеличивается в разы. Сколько по времени должна занимать утренняя зарядка? 15-20 минут. Помимо фитнес-программы, многие решились на измерение объема легких. Это был один из этапов акции. А еще лекции и беседы. Как результат опроса и практических показаний спирометрии, бобруйская молодежь ведет здоровый образ жизни. Я считаю, курением это очень вредно для здоровья. И думаю, что никогда в жизни курить не буду. Я веду здоровый образ жизни. Не курю, не пью и каждый день делаю зарядку. Пожелтевшие зубы, неприятный запах и болезни на одной чаше весов, на другой – свежий цвет лица, ровный ритм сердца и крепкое здоровье. И если выбор все еще не очевиден, не стоит забывать. Вместе с дымом сигарет улетают деньги из карманов курильщика. Елена Кутузова, Ангелина Дикун, Иван Боровой, Бобруйск, 360.